Новый необычный образ Филиппа Киркорова уже наделал много шума в интернете. Одежду от лучших дизайнеров мира артист променял на какие-то лохмотья. Да-да, вы не ошиблись, это Филипп Киркоров. На днях в одном из московских дворов прошли съемки клипа на песню «Прохожий». Киркорову пришлось нацепить на себя несуразную одежду и на сутки вжиться в роль беспризорника. Расскажите о вашем герое, кого вы играете и что вы за образ такой? Это, в принципе, странник, путник, путешественник, такой скиталец, который ищет, все ждет. Ждет свою любовь, которую потерял. На съемочной площадке мы заметили до боли знакомый образ. Ни Филипп Киркоров, ни режиссер клипа Ирина Миронова так и не раскрыли карты. Очень интересный сюжет, крайне интригующий. Филипп сказал «да» через секунду после того, как я ему это рассказала. Да, мне нравится. По словам режиссера, это не совсем музыкальный клип, скорее короткометражный документальный фильм. Для реалистичности Киркоров прямо во время интервью достал свой ствол. А где, кстати, мое ружье? Дайте ружье! Вы, кстати, впервые держите настоящее оружие в руках? Аксессуар, да. Нет, не впервые. Я, кстати, когда учился в школе, у нас была такая, я не знаю, сейчас есть в школе начальная военная подготовка, да. Вот я, кстати, очень неплохо стрелял. И... Но даже я вру, конечно, стрелял я не очень хорошо, вот. Но забирал и разбирал автомат Калашникова за рекордное количество времени. Киркоров уверен, что Ирина Миронова смонтирует клип «Прохожий» уже через 2 недели. В отличие от режиссера Олега Гусева, который до сих пор не отдал Филиппу ролик, съемки которого прошли еще летом. Мы снимаем второй клип, и вот он... Вы как «Иллюзию» хотели выпустить через 10 лет или там через 5 лет. Сколько там было? С Гусевым бывает порой и такое. Вот. Но, видишь, уже мы второй снимаем клип. Я думаю, что он выйдет раньше, чем клип, который мы снимали с Гусевым.